Дорогие друзья, большой-большой привет! Готовим восхитительный пирог с ярким шоколадным вкусом всего за 30 минут. В миску я просеяла 160 грамм муки, добавляю чайную ложку с верхом разрыхлителя теста и 30 грамм какао. И тоже просеиваю к муке. Сюда же добавляю 120 грамм сахара, пакетик ванильного сахара и тщательно все перемешиваю. Теперь добавляю 150 миллилитров растительного масла без запаха и тщательно все размешиваю. В последнюю очередь будем добавлять воду. Так вот, все полностью размешалось, и теперь вливаю воду. Всего понадобится 120 миллилитров воды. Теперь добавляем сухофрукты и орехи. Я возьму 50 грамм грецких орехов и 50 грамм вот таких разноцветных сушеных ананасов. Но также подойдет и чернослив, курага, изюм, в общем, уже на ваше усмотрение. И орешки тоже можно взять любые. Добавляю, тщательно перемешиваю. Перемешиваем и подписываемся. У кого не включен колокольчик, обязательно включите, чтобы не пропустить новое видео. Форму я смазала маслом и присыпала мукой. Выпекаем около 20-25 минут при 180 градусах. Так вот, пирог готов. Чуть-чуть форма остыла. Я переложу пирог на тарелку. А горячий пирог можно посыпать натертым шоколадом. У меня горький. Пирог получается очень вкусным, очень шоколадным и сочным. Обязательно попробуйте приготовить, очень надеюсь, что вам понравится. А пока смотрите следующее мое видео.